Компрессорный ингалятор 210LD предназначен для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких самым широким спектром ингаляционных растворов. Простой и надежный в использовании, активируется вдохом. Комплектация. Ингалятор с отделом для хранения аксессуаров и удобной ручкой для переноски. Воздушный шланг. Небулазерная камера. Детская и взрослая насадки для носа. Два вида загубника. Малая детская, детская и взрослые маски. Три вида распылителей и запасные фильтры, а также инструкция по использованию. Распылитель желтый, преимущественно для нижних отделов. Например, бронхит и бронхиальная астма. Распылитель красный, преимущественно для верхних отделов, например, инусит, ларингит, трахеит, ОРВИ. И универсальный, синий, для всех отделов дыхательных путей. А теперь продемонстрируем, как работает ингалятор. Присоединяем ингалятор к небулазерной камере. Выбираем один из видов распылителей. Закрываем небулазерную камеру. Далее выбираем один из видов насадки, например, насадка для носа. Ингалятор работает и включается очень просто при помощи нажатия одной лишь кнопки.